Новый планшет iPad mini, несмотря на долгий перерыв, не получит нового дизайна. Согласно данным источника, в этом году нас ждет анонс нового планшета iPad mini. Новая модель, несмотря на долгий перерыв, не получит каких-то кардинальных изменений. В частности, дизайн практически не изменит, то есть тонких рамок, как у iPad Pro, ждать не стоит. Сохранится также разъем для наушников, порт Lightning и кнопка Home. Конечно, аппаратную составляющую улучшит, ведь iPad mini 4 вышел более 3 лет назад. Ожидается, что сердцем нового планшета послужит соуси Apple A10, которая лежит в основе смартфонов iPhone 7. И пусть это далеко не самое свежее решение, его производительность обычному пользователю хватит с избытком. Отсутствие изменений в дизайне не самая новая платформа, это позволит Apple сделать цену на планшет достаточно низкой. Пока о ней данных нет, но iPad mini 4 сейчас продается за $400, тогда как гораздо более современный iPad доступен за $330, хотя с существенно меньшим объемом памяти.